Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Это Евангелие в последнее время. И с вами Игорь. Я вернулся домой и вот жду сына, скажем, в своем, родном городе или нет. Я не знаю, как даже сказать, потому что все же мы понимаем, что земля не наш последний дом. А наш дом – это Царство Небесное. Мы живем здесь, в стране, в которую Господь нас перевел. Я живу в Америке больше, чем даже прожил в бывшем Советском Союзе, включая Израиль и Канаду, потому что было время, когда мы жили также и в Канаде. И, конечно же, мы говорим шалом и хотим поблагодарить вас, потому что благословенное служение в Чикаго, по-английски Чикаго, Чикаго совершилось. И хоть я очень-очень сильно устал, нас было двое, но впереди шел Господь. Аллилуйя! Слава Иисусу Христу Господу! И без Него мы действительно ничего не можем сделать. Если бы не была бы рука Господня, ну что бы мы могли сделать? И вообще, кто мы такие? И это Бог нас зовет вступить в Его благословение. Вот принимая от Господа, то есть как бы Господь нас вводит в Его благословение, но нужно сделать решение. Я благодарю, что и вы часть этого совместного служения благовестия через молитвенную финансовую поддержку. Пускай Господь вас всех благословит. Иногда мне говорят, я говорю о финансовой поддержке, но действительно, меня никто бесплатно на самолет не посадит, и, к сожалению, так устроено, я не хочу говорить к сожалению, как сказано, за все отвечает серебро, но за все отвечает Господь, и Господь обеспечивает и располагает немногих, но располагает братьев и сестер, чтобы они помогали нам, хотя разные ситуации бывают, поэтому мы благодарим также и за финансовую поддержку. И в первую очередь, конечно же, за молитвенную поддержку. В этом видео я хотел бы ответить на два вопроса, пока я жду своего сына. Он скоро уже подъедет, как только подъедет, я прекращу эту съемку. Вступит ли Белоруссия в войну? Многие мне задают этот вопрос, а мое личное понимание, да, Белоруссия вступит в войну. Понятно, на стороне России. Это дело времени. Применит ли Россия ядерное оружие? Я думаю, что применит. Тактическое ядерное оружие все же будет применено. И никакое НАТО, ни Америка, никто за Украину не вступится, потому что у Украины только одна надежда – Иисус. И когда украинцы это поймут, даже верующие, которые сегодня больше уповают на Байдена и призывают сегодня молиться за Байдена, мы должны молиться за Байдена, он президент, желать ему покаяния, но они просят молиться за Байдена, потому что он поддерживает Украину. И говорят, голосовать за Байдена. Вчера Трамп был, оказывается, у них хороший в церквях, а сегодня, оказывается, Трамп очень плохой. Сегодня надо голосовать за Байдена. Но оставим это на их совести. И вопрос здесь не в Украине. Вопрос здесь в состоянии, духовном состоянии человека. Это говорит о том, что они жили плохо, никогда не рождались свыше. Никогда. Хотя Писание говорит о том, что дьявол в последнее время, как рыкающий лев, чтобы украсть, убить и погубить, и даже избранных. И даже избранных. Даст Бог им покаяние. В любом случае, это их время, и я говорил ранее, они принесут еще много беды народу Божьему. Но оставим это. Мой ответ на эти два вопроса, которые в последнее время и мне задают. Украина, Белоруссия, Россия, что будет, как будет. Бог знает, как будет, и будет так, как Бог уже предопределил. Белоруссия вступит в войну. К сожалению, я не хочу никого травмировать. Я не хочу. Это мое понимание. Если я знаю, что будет много горя и в Израиле, и однажды Израиль будет захвачен, но правда это будет связано уже с Антихристом, и столько евреев будут убиты, но не только евреи. И одна убитая душа – это трагедия. Россия сделает то, что должна сделать, не то, что она должна сделать, так как написано, как Бог предопределил. Прошу прощения, здесь говорят. Закончит, и я продолжу. А Россия пойдет дальше. Если я не ошибаюсь, дай Бог, чтобы я ошибался, но если я не ошибаюсь, и все же Гог из России, Путин ли, или кто после него, Россия пойдет дальше. Но здесь нельзя
забывать об исламской угрозе, потому что исламская война будет. Вот здесь вопрос, как выступит Россия. Поэтому кто Гог, все же еще вопрос. И кто Антихрист, еще вопрос. Могут ли Гог и Антихрист с одной стороны, тоже вопрос. Но не исключаю и это. И не исключаю, что Антихрист также из России. Но более всего думаю, что все же Гог из России, потому что народы, которые указаны, весь Балканский полуостров, которые пойдут за Гогом, и там будут греки. Понимаете, что Турция, на которой больше всего так все стрелки кладут, Турция не сможет греков, европейцев, там показаны венгры, показаны сербы, если вы знали бы евреев. И, понимаете, Турция не сможет. Единственные две страны на сегодня, которые могут возглавить эти народы, это Америка. Есть такое учение, что Бог из Америки. Я тоже это не отвергаю, но больше моя как бы позиция то, что это все же Россия. И да, как ни смешно не звучит, но Россия очень интересная тактика, поверьте мне. Из-за этой войны Европа обнищает. Она не сможет защищаться, когда все же Россия пойдет дальше. И да, она все же применит, по моему мнению, ядерное оружие. По меньшей мере тактической. И никто не вступится за Украину. Никто, кроме Господа Бога Иисуса Христа. Поэтому продолжаем молиться за Украину. Но в первую очередь, да, совершится воля Божия. Если Бог избрал такими действиями, событиями закончить свою историю, значит, так оно и будет. Но то, что мы живем в Америке, это не означает, что здесь всегда будет мир на небе. Пройдет беда и в Америке. Но говорил и буду говорить, не страшиться, не ужасаться, не паниковать, но спокойно жить. Бог знает, как сохранить, если надо. А если нет, значит, ничего нам не поможет. Главное остаться верным Христу, чтобы наследовать Царствие Небесное. Поэтому будем наблюдать, то ли это время или нет, я думаю, что все же то. Но мы только подошли. Кстати, эти вопросы, при какой трубе мы живем, я думаю, что мы только подходим даже к началу болезни. Но время ускорилось, поэтому все будет совершаться быстро, но это не за 5, не за 10, не за 15 лет, но чуть более, если все же я не ошибаюсь. Благослови вас Господь, но самое главное – проповедь Евангелия. Вот о чем мы должны молиться, о спасении душ, имея сострадание. Но это не значит, что мы сегодня должны игнорировать то, что происходит, наблюдая за тем, как происходит. То есть и молчать в церквях о последнем времени. Я знаю, что большинство славянских церквей молчит. Ну, молчит, значит молчит. Я понимаю, что главное – это Христос. Ну и об этом нужно говорить. Благослови Господь всех вас. Будем продолжать молиться и еще больше становиться сильнее, зная, что Бог контролирует все, Он царствует, потому вселенная тверда, и да скажет народ Божий, аминь. Слава только Богу. Следующие два служения, если Господь позволит, штат Нью-Йорк. Не знаю, как мы сможем. Больше я буду проповедовать в церквях, в нескольких городах штата Нью-Йорк. И дальше Bay Area, это Сан-Франциско, Сакраменто. К сожалению, наша команда перепутала даты, и меня не сможет встретить там. Не знаю, перепутала ли, как-то что изменилось. Но в любом случае я остаюсь не то, что один. Поменять билет я не могу, но, может быть, мы совершим служение только в Сакраменто. Молитесь об этом через 2 недели в старом городе Сакраменто. Молитесь также о том, чтобы церкви славянские Америки все же остались бы верными, хотя бы в малом, я сейчас говорю, о своих или в своих городах. Это Евангелие в последнее время. С вами Игорь, и еще раз благодарим за совместное служение, за то, что вы молитесь, пожалуйста, молитесь. Потому что если вы не будете молиться, я долго не смогу выдержать, потому что есть многое, что Бог знает. Поэтому единственное, что просьба, молитвенная поддержка в проломе сражения в духовной войне и за нас, за меня, за мою семью,
за мою жену, за моих детей, за это служение, помогает нам еще держаться. Как будет далее, не знаю, но все же надеюсь на милость Божию, да, и на всеобъемлющую силу Иисуса и Его крови. Слава Богу! Шалом! Благословение! Приехал мой сын, и мы уже в машине, и возвращаемся. Да, много горя, и будет еще больше горя на земле. Но здесь вопрос не в Господе, а в нашем грехе. Поэтому еще раз хочу сказать, всегда страшно, когда горе, когда плач, когда войны, разрушения, вообще, когда несправедливость. Тем более, когда когда смерть. И это не так, что я могу спокойно об этом говорить, касается Украины. И скажу вам так, что войны были, они есть, я понимаю. И надо молиться за Афганистан, я всегда говорю, и там война, и в Ираке. Но как-то это ближе. Мне очень жаль, что некоторые украинские люди, да и российские люди, да и еврейские люди, как-то вот не понимают, а они видят свою плоть, они видят боль. И это действительно так, это нужно воспринимать, это нужно принимать, это нужно, этому нужно сострадать. Но если все же христиане, это не то, что нам хорошо, а там вот ужас. Но когда с пеной у рта, когда там проклятие, когда клевета на мою душу и ложь, то это делает их состояние, ситуацию еще хуже. Бог им судья. Я их давно простил. Они до сих пор продолжают клеветать на мою душу. Им не нравится мое толкование Священного Писания, хотя ничего нового я не говорю. Это лицемерие, состоящие в основном, если взять даже баптистские церкви, они состоят в Южно-Баптистской Американской конвенции. И, в принципе, даже мое мнение полностью как бы Южно-Баптистской конвенции. Не то, что Южно-Баптистской конвенции, я действительно так понимаю. Тогда им надо пойти и поругаться с ними, выйти из союза. Но они это не делают, потому что это им выгодно. А я кто такой? Кто я такой? У меня папа не епископ, у меня нет родственников, большой семьи, там церкви, кто может что-то сказать, блата, как говорится. Вот так церкви превращаются сегодня, в кавычках церкви. Да? Много всего, что происходит. Бог им судья. Но они ничего мне не сделают, потому что Бог защищает меня. Но оставим это. Еще раз хочу сказать, мы должны сострадать. То, что мы живем в благополучной, еще пока в благополучной Америке, это не значит, что мы не сострадаем и мы не переживаем. Но то, что нас укрепляет, это понимание того, что Бог все контролирует. Поэтому я сегодня жив, я могу умереть сегодня вечером. Могу, если Бог захочет. Но я знаю одно, что я умру, если умру, только если Бог захочет, если в этом его воля. Вот и все. А так я буду жить. И, конечно, здесь мудрость нужна. Это не значит, что там, как некоторые валяются на кроватях, а Бог все предопределил. Или там, зачем идти проповедовать евангелие. Есть такие церкви. Я знаю одно, так в штате Вашингтон, большая, очень известный проповедник за Ванкувером. Там очень хорошее учение, кстати. Ну, а у них так. Теперь что там проповедовать Евангелие, если Бог заранее все знает? Ну, пускай сами решают, как им поступать, что делать. Не надо идти, надо говорить, надо проповедовать. Но довериться Господу, что эта история делается через церковь, через Зиму. Поэтому благодарю Господа за то, что я хоть и не из известной семьи, из неверующей семьи, как и многие из вас, и что у меня нет родственников и епископов, там, так, знакомых. Я не принимаю участие ни в конференциях, принципиально не принимаю, ни в семинарах. Да, бывает, приглашают, или хотели бы пригласить. Я стараюсь держаться на стороне, но близко к Богу. И Бог заботится о нас. Это моя позиция, сохраняющая мне независимость, но зависимость от Бога. Поэтому благодарю Господа и, конечно, вас, но через Господа, потому что Ему слава веки веков.
будем страдать и молиться за Украину. Еще раз призываю молиться за Украину. Еще раз хочу сказать, там горе, там беда. Мы должны молиться за Украину. И я молюсь за Украину. Я также говорю, допоможи, Господи, Боже Израилев, допоможи Украине. Я высказал свою позицию. Как оно будет, только Бог знает. Но не дай Бог нам ненависти, не дай Бог нам злобы. Вчера был в церкви, тоже слышал историю свидетельства американского и японского солдата во время, скажем, войны Второй мировой. Вот прощение, прощение, вот это очень высокая планка. Значит, достигнем, тогда действительно Христос в нас. Поэтому молюсь за Россию. Желаю покаяния в России. Все очень тяжело, все очень сложно. Но, да, победит Христос в нашей жизни. Я не знаю, как бы я отреагировал. Может быть, у меня бы не получилось. Я не знаю. Я не знаю. Просто прошу Бога милости. Склоняюсь перед Ним. Я никого не осуждаю. Я не хочу никого осуждать. Может быть, и говорю, как я думаю, как правильно, как неправильно. Я не прохожу этой практики. Не дай Бог мне проходить. И никому. Но помоги нам, Бог. Прошу Бога просто на милости. Что если Он знает, что я не смогу пройти, что Бог меня просто забрал на небеса, поэтому. И не дай Бог, чтобы я согрешил, не дай Бог, чтобы я кого-то обманул, пошел на ложь, но чтобы Бог меня избавил от этого. И через ту сохранил мне участь в Царстве Небесном. Братья и сестры, будем бывать на Бога. Это действительно великая радость Христос. Ведь время, оно все равно закончится. Хочется жить, и мне хочется жить. И хочется жить хорошо. Говорю, как оно есть. Оно и оно закончится. Хорошо или плохо живем. Согрешаем. Радуюсь, плачу. И оно закончится. Впереди вечность. Наша жизнь на небесах. Куда мы ждем Господа? А если не дождемся? Куда? Мы все равно его раньше встретим дома, как он вернется на эту землю и восстановит свое правление на этой земле. И царствие на его на земле будет так, как и на ней. Я хочу попросить прощения. Я очень мало спал ночью. И эмоции, и размышления. Я не то, что оправдываю, что я с Грузией всегда говорю, я эмоциональный человек. И жена моя всегда говорила, вот сколько поправилось у тебя, сколько Бог у тебя исправил, особенно в эмоциональной части. Мы такие, ну, с Грузией, вы сами понимаете. А такие все руками разговариваем, да. Но хотелось просто поделиться с вами. Но просьба все равно и главное, и в главном. Продолжайте молиться за нас. Цель проповедь Евангелия, провозглашение Евангелия, чтобы имя Христа прославлялось. Ни Израиля, ни Авраама, Исаака, Якова. Мы их встретим, сохраним верность, мы их всех увидим. Как они есть, мы все увидим. И наши братья и сестры увидим. Мы их увидим все. И узнавать будем. И понимать будем, поверьте. Вы даже не представляете, как чудесен Господь. Если бы вы размышляли, я знаю, что многие размышляют, если бы вы представляли, как Господь, насколько Он велик, насколько Он любит человека, насколько Он хочет простить. И милость Его превышает Его суды. Но огонь, поедающий так же, Господь есть. Я сказал, милости ему больше, чем суды. Поэтому даруй нам веру, даруй нам мудрость, даруй нам сострадание, приобретая вечные ценности, практиковать недогодный труд. Так же. Благослови Господь, шалом, это Евангелие последнее время. С вами я. Всегда предлагаю, хотите отписаться от канала, я вижу. У нас канал очень-очень медленно растет, не растет, но это не важно. Многим не нравится. Люди хотят слышать будущее. Хотя понимают, что я не пророк, я не пророк. Но когда мы касаемся этой тематики, ой, как не нравится многим. Поэтому, пожалуйста, не хочу, чтобы вы переживали. Действительно, я не хочу, чтобы вы переживали. Отпишитесь на канал, это правда. А кто хочет подписаться, подпишитесь.
когда вы сможете молиться, зная, как Господь проводит свое главное служение, да, проповедить Евангелие и здесь, в Америке. Потому Господь вас любил этот мир и отдал Сына Своего народа, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Благослови Господь. Шалом и бараха. И мне бывает очень тяжело, хоть в сравнении, кто-то скажет, и вес добавил. Но и мне бывает очень тяжело. И не то, что уныние, не дай Бог. Но бывает разное. Никак не могу закончить это видео. Но вспомните, помолитесь. Благословите. Слава принадлежит только Богу. Аминь.